получила сегодня посылку в очередной раз от мыла Опт магазина. В этот раз она шла очень долго, и это получилось аж 28 дней. В этот раз я заказывала 5 килограмм мыла. Два из них это взяла попробовать украинскую основу, прозрачную и белую. И 3 килограмма Англии и упаковочку сизаля. Вот сизаль салатовый, как я и заказывала. И посмотрим, что с основой. Да, одна английская основа прозрачная, одна украинская базовая. И здесь тоже это Украина основа и две с козьим молоком Англии. Ну все, как я заказывала. Но на этот раз очень долго.